Норвежский Нобелевский комитет назвал обладателя самой престижной награды премии мира. В числе претендентов были десятки организаций и всемирно известных персон, от разоблачителя американских спецслужб Эдварда Сноудена до папы римского Франциска, президента и канцлера Ангелы Меркель. Но комитет решил отметить так называемый национальный диалоговый квартет Туниса. Его наградят, цитирую, за вклад в построение демократического общества после Жасминовой революции 2011 года. Четырем общественным организациям удалось наладить мирный диалог между правительством и оппозицией в момент, когда страна находилась на грани гражданской войны.